У нас, как обычно, отключили свет. Вот, а я хочу поставить курицу вариться. Буду суп готовить сегодня. Суп приготовлю. Ой, замещается, что ли? Поместим. Все, сейчас поставлю и пусть себе варится потихоньку. Как-то скучно без света. Совсем да? Неинтересно. Не поработаешь. Вот. Ездили до Кристины, помогли ей там и приехали, заезжали в магазин. Я вот первый раз беру вот такие вот оладья по-домашнему. Ни разу не брала, конечно, всегда сама все делала. Но решила, потому что смотрю по акции, думаю, дай-ка попробую. И здесь написано, что нужно добавить воды. Воды. Вот, 200 мл воды комнатной температуры для более толстых оладий. И 220 для более тонких. Надо я же... думаю, более толстые оладьи. Я тоже, я пышные люблю оладья. Ага. Вот и взяла сметанку. Сейчас попробую. Не знаю, получится, нет. Кто-нибудь пробовал уже? Я первый раз беру. Ну, попробую. Почитала состав. Здесь не хватает ванильки. Нету там ванильки. Вот, а я люблю везде ванильку добавлять. И в блины люблю добавлять ванилин. И в оладьи. Слила уже воду. Залила другую, все. Пусть варится курица. Оладья, я скажу, получаются, в принципе, такие пышненькие, хорошенькие получаются оладья. Вот они. Вот, и поставила в воду. Потому что света нету, надо как-то чай вскипятить. Ну все, будем завтракать. Сейчас попробую, потом уже скажу, вкусные, невкусные оладушки. Мы только поставили мышеловку. Ай. Минус один называется. Мне, если честно, жалко. Несси! Рушана, вдруг она... Тетя Лена, вдруг это травит мышей. Сейчас не травит. А сейчас она прибежала. Может, не надо? Выброси мышку. Где? Несси! Вот она идет, красавица. Иди сюда. Ой, к ней надо самой подойти. Колбаса деловая, на. Да ей почему? Несси, вот. Все, взяла. Пошла. Скажи, Нэнси, с ней не поиграть, она скажи, не играет, не бегает. А потом поставим, да, приедем? Да, вот здесь брось ее. Приехали домой от Кристинки. Дали? Прикинь, света нет до сих пор. Ну это вообще как-то не по-человечески. Это вообще не по-человечески. Как вот реально сейчас. Это все размораживается, блин.
Холодильник бежит. Ты мне дела не поможешь поделать без света. Пойдем на огород. Да, на огород тогда пойдем, а что делать? Вот мешают работать, да? Хотя бы предупреждали бы, чтобы света не будет. Угу. Какие-то, не знаю, вы мне письма писали. Ну, это реально несерьезно, потому что у людей техника стоит, холодильники, морозильные камеры, не знаю, там, работа связана со светом. Света нету, все. Ничего не поделаешь. Единственное, вот белье можно снять. О! Божья коровка. Смотри, я первый раз такое вижу. Смотри, какие пятна у меня большие. Прям как это. Знаешь, игрушки есть? На игрушках всегда такие здоровые эти. Полетело. Вчера холодно было, а сейчас, смотри, распогодилось. Вчера не просто холодно было, очень холодно. Распогодилось реально, вот стоит жарко прям. Я тоже уже сварилась. Мы заезжали еще к Толику. Да, и это по своим личным делам. А открыто здесь, нет? Закрыто. А ключи где? Не знаю. Пошел искать. Пароизоляцию купили, блин. Там ценник был 900 с чем-то. Ну, мы довольны, что типа нам настолько дешевле. Что у нас здесь 1500, да, стоит? Да. И на ценнике все было, 70 квадратов, все как положено. А потом, когда в чеке рассмотрели, там 1300 вышло. Угу. Ну, в любом случае дешевле, чем здесь. Но все равно неприятно, потому что все-таки рассчитываешь на одно. Вот, а как-то вот, когда, если бы мы разное бы, допустим, покупали бы, а также мы, видишь, мы все скопом купили, поэтому и не поняли, как бы. А так, когда ты с одной приходишь, бах, пикнули, тебе сразу было понятно, какая сумма, а тут не увидели. Что проверяете обязательно, да, чеки? Сразу, потому что человеческий фактор, может, не успели ценник поменять, а может, действительно, может, что там другое было, блин, другую фирму поставили и все. Приехали мы до Кристины, сейчас будем на кухне пол заливать. У нас нет дома ни света, ни воды. Воду, да, уже вода сперва бежала, такой тоненькой струйчик. Теперь вы меня тут понимаете. А вот серьезно, вот нет света. Руки связаны, связаны становятся. Не знаю, что делать. Мы хотели за что в огород, не возьмись. В огород пойти, да, работать, но ветер такой, там такая пыль стоит. Надышимся, а зачем это? Мы сейчас здесь потихоньку. Да и в огороде можно будет вечером, поэтому мы решили сначала поможем здесь, зальем пол. А уже вечером свет утихнет, ветер утихнет, да и может свет дадут, уже поедем домой заниматься. Вот, сейчас испытаем, говорится, все, что нужно, доделаем на кухне, уже там подключу, ну как бы это, выставлю, как должно быть, и будем заливать. Я в помощи. Мои перчатки где? Подсобник. В машине. Ладно, пойду за своими перчатками. Здравствуйте! Открывай. Здравствуйте. Хорошо, закрывай. А окна закрыты? Да, закрыты. А то мы как-то оставили, да, открытые окна. Было не очень приятно. Когда я села в машину, я машину внутри не узнала. Вот такой слой пыли прям. Слушай, знаешь, что нам нужно сейчас сделать? Нам нужно корыто сколотить. Так, надо пойти посмотреть жесть. Угу, пойдем искать. Она не опускается. Там плита. Там не дает. Да мы сейчас сами сделаем. Да, хорош? Насколько смогла, насколько сделала. Молодец. И то попробуй, тут такая куча была, это все разгребсти. Иди сюда. Сил столько надо. Так. Где лопата? Вот она, закована. Вот закована. Рушана, мы договаривались по поводу перчаток.
Одень перчатки. Надо, кстати, мне одеть резиновые перчатки, которые латексные. Кремом помазать руки, одеть латексные перчатки. Смотрите, такие. Что он с руками сделал. Он начинает ко мне прикасаться, а они у него вон уже трескаются. Я понял, ты меня спрашиваешь, откуда у меня царапина? Я, видимо, нос почесал. Да, разнес себе лицо, а чё? Все возможно, такие, наждачная бумага. Кристина огородом занимается, да? Ну, пошла сейчас пока, поставила мусор сжечь. Потихоньку потом просто буду подбегать, подкидывать, потому что много чего нужно сжигать. А сейчас как раз такое, ну, хоть ветрено чуть, но я жгу в бочке, как бы нормально. А сейчас перейду туда дальше. Готовимся к операции. Ну, правильно, так и надо. А вообще надо... Если нужна, вот уже на маске. Он ее туда повесил. Я знаю, вообще не говорю. Нужно беречь руки, ноги, да. Не просто кремом помазал. Бывает из-за какой-нибудь одной царапины, и такое случается, не дай бог. Поэтому нужно беречься. Хорошо. Ну, ничего страшного. Одень просто, чтобы тебе было удобно. А, чтобы пальцы. А для чего ты захотел одеть? Я просто кремом помазал руки, а сверху одену вот такие перчатки. И все. Чтоб питался, да, крем? Да, крем питается, кожа будет мягкая. А это уже так, грубая защита называется. Легче стало? Утром холодно, в обед уже все начинается. Жара. Называется этот сезон F. То на него одни перчатки натянешь, тут сразу два. Ага, я сама стою, смотрю и думаю. Я смотрю, третий там ходит, еще третий ходит. Рушан, здесь тоже будь аккуратен, здесь гвозди иногда кверху лежат. Нам нужно корыто сколотить. Зачем? Просто у тебя бетономешалка маленькая. Господи, он будет выливать в корыто. И потом с корыта уже будет. У нас так же Рушан делает. Она в любом случае в корыто сначала выливать чего-то надо. Может быть, вот где это? Дверь. Сильно большой, да? Ну, давай сделаем для... Рушан, вот, смотри. Че, это шифер? Ну. А я его не пробью. Она должны быть дырки в нем, насверлить надо. Ага. Сейчас из досок сколотим быстро. Подожди, Рушан, знаешь, их можно сделать? Смотри. Вот нет, это мое. Нет, я знаю, наподобие такую конструкцию сколотить, чтобы такие штуки были, и сюда вот так шифер кинуть. А здесь просто что повыше, и удобно будет. Вот это я для курятника взяла. Вот в одну дырку будут заходить утки, в другую будут заходить куры, Рушан. Ну, там они уже по росту определяются, да. Кто выше, кто ниже. Ладно, сейчас корытом. Да. Ну вот сюда куры, а сюда утки, да? Мы не можем сейчас пока это все перевести, здесь это все убрать, потому что нет у нас прицепа. Мы договорились за один прицеп, все уже, и... В один прекрасный день она отказала нам с прицепом. Вот так вот, передумали, да, продавать прицеп. Ну, там есть свои нюансы. Не могли переоформить. Ну, там свои нюансы. Угу. Вот. Так что будем искать другой прицеп. Эти штуки интересные, тяжелые. Тяжелые. Я спускала одну штуку. Да. А что ты хотела их убирать отсюда? Надо уже чистить здесь. Блин, ну давай тогда мы с тобой вот там сперва прочистим, да и что потом тележкой можно было это увозить туда. Вот сюда ты хотела сюда складывать? Сложить, а туда куда их? Там опять проход весь закрыт. Ну да. Ой-ой-ой, Кристинка. Опять нанимать машину. Зачем? Мусор. Ну вот это куда все? Вот это? Никто не забирает. Ну, давай сходим к той женщине, спросим у нее. Да, чё к ней ходить? Она мой номер телефона записала, нужно было бы уже, приехала бы, забрала. Вот это вот.
Ну тут можно выбрать хорошие доски, а вот эти вот от двери коломи не нужно ничего. Рушан, а вот же уже готовый лежит короб. Его просто сделать повыше. Большой слишком. Большой. Вот лежит короб. Маленький слишком. О, нормальный? Да. Просто его повыше сделать, да? Да. Ага. Здесь нас ждет сюрприз. Опять бетонный блок какой-то. А трубу надо ниже опустить. Ну, сейчас буду ломом выдалбливать. Потому что этого сюрприза я не ожидал и перфоратор с собой не взял. Так, сливную трубу я закрепил, проволоку просто вбил в землю, потом она бетоном зальется, нормально будет. А вот эту трубу я сейчас немножко буду переделывать. Поставлю вот этот уголок, чтобы он раз, потому что сильный изгиб получается. Вот, чтобы немного покрасивее было, сейчас обрежу, поставлю, также заглушку поставлю. А потом, когда залью, сверху накрутимся, уже тройник поставим и распустим дальше, как вода пойдет. Thank you.
теперь все выглядит вот так. Сейчас зальемся потом. Уже потом здесь подсоединится все. И пойдет разводка по всему дому. А здесь смеситель, сифон будет стоять, сюда входить. Сейчас кидаем рубероид. Начинаем заливать. Пол готов к заливке. Сетку бросил. Рубероид застелил. Теперь будем заливать черновой пол. Почему в ванной я не кидал сетку? Ну, во-первых, там не копалось, здесь очень глубоко. Траншея копалась и заново засыпала, чтобы там не просела. Вот. Ну и здесь тоже хорошенько копалась. Вот он будет проседать, поэтому решил добавить сетку. Здесь получится у нас будет две сетки. Одна сетка — это вот эта сетка, а вторая уже под теплым полом пойдет сетка. Ну, в ванной, в принципе, там связку дают еще маяки. Ну и плюс там, говорю, там не так сильно копалось, там по углам вот так труба проходит. Вот, как бы основная вот здесь, это то, что уже за много-много лет земля утрамбована. Вот, здесь получается только вот прокапывалось вот здесь и вот здесь. Поэтому я посчитал, что здесь смысла нету и в этой армированной сетке. Потому что здесь сверху, когда будет теплый пол, мы также кинем сюда сетку, вот к чему буду я вязаться. И в принципе это будет достаточно крепко. Ну а здесь у нас это прокапывалось, как бы земля рыхлилась вот здесь и заново засыпалась, чтобы она, не дай бог, если вдруг просядет, чтобы не было обидно и печали. Поэтому решил добавить сетку сюда. Потом еще раз 5 лопат.
так работаешь, и тут останавливается бетономешалка. Хорошо, что я туда только воду добавила. А я отключаю свет. Работать вообще не дают. Ни у нас дома, ни у Кристинки дома. Все по очереди. Так, Кристин, собираемся, едем к нам работать. К нам работать. Значит, у нас свет дали. Что-то как-то несерьезно, да? Скажи, ничего не сделаешь, ничего. Ну как так сейчас? Вручную, да, что ли? Видишь, какой ветер? Видимо, может быть где-то... Из-за ветра? Заделали что-нибудь такое. Вообще несерьезно. Ходи, да, спроси, свет есть, нету. Что ж такое, а? Как хотим поработать так? Мне вот вообще не дают работать. Это называется не понос, так золотуха. Да не говори. Это обидно. Хорошо, она выключить? Нет его на всякий случай. А он выключил? Типа пускача идет. Я только хотела лопаты закидывать, и он бац, все. Ну это тут... хорошо, что так. Даже половину не завели. Да и бетономешалка маленькая, да, Рушан? А? Бетономешалка маленькая. Ну, конечно. Я уже, допустим, замучилась наполнять ее. Я не успею ее наполнить. Рушан уже опустошит короб. Ну, получается, если так взять... Просто я думаю, многие, допустим, при выборе бетономешалки не знают, сколько же это, допустим, там, просто пишется 180, 160 литров, 200 литров. Сколько это? Вот бетономешалка получается на... Сколько она? 120 литров, да? Угу. Вот бетономешалка на 120 литров. Это три вот таких ведра. 8-литровые, да? Три лида. 8-10 литров ведро. Вот, готовая смесь получается. Больше сюда нельзя, потому что начинает выплескиваться. Выплескивать, да, мы пробуем. Так что вот вам и ориентир. 120 литров – это 3 ведра. Ты напряжа. Чё, света нет? И не знает надолго, нет? Нет, это не может. Ай, блин. А что, нельзя потом оставлять? Нельзя, дальше? Нежелательно. А то, что это черновой. Мне знаешь, как говорили, Рушан, можно, знаешь, как сделать? Это, чтобы потом, допустим, залить сверху вот этот край, которым ты будешь заливать, его не гладкий сделать, а вот немного такой вот, понимаешь, чтобы туда потом свежий раствор попал. Да, сказали, можно. Такой бы чуть-чуть вот его, поняла, вот дырочками сделал, чтобы вот застывший, да пошел. Один еще... в один, чтобы входил, да. типа пазла. Да, вот тогда, говорят, можно. Дальше надо цирку покопать. Еще сюда же, ну почему? Потому что здесь земля копала, вся была вот такая, и не выдох она ушла сюда. А куда ее надо будет вставлять? Сверху. Ну ладно. И сюда две, три. Да? Да, сюда две и сюда же три. Куда? Сюда еще одну, туда две, да? Туда две и ванну еще одну. А, да? Четыре да. Еще? Да. А нет, не сюда. А из-за того, что там тяжелая вот стоит? А? Нет. Вот эта сетка, она для того, чтобы здесь земля вспахивалась, перекапывалась. Она мягкая, она будет усадку давать. И сетка ну, не даст пойти трещинам. Вот. А вторая сетка нужна для того, что мы ее крепим к чердовому полу, и к ней уже вяжется теплый пол. Вот трубы по нему идут и привязываются к сетке. Сюда одну надо, вот туда одну, вот сюда на черновой, вот так. Нет, значит, сюда не надо будет на черновой, здесь ничего копаться не будет. Здесь уже утрамбована земля. Ну вот сюда же надо будет сыпать, где вот эти вот. Уйдут. Это ерунда, земля утрамбована. А здесь она вскапывалась. Вот здесь копалась, здесь туда копалась, две, да, сверху засыпалась. А? Еще две, получается, сетки. Три.
А сюда нет, две. Вот сюда одна сетка, сюда две сетки и туда одна сетка. Четыре сетки. Именно сетки под теплый пол. На черновой пол не понадобится сетка. И только сюда понадобилась на черновой пол сетка, потому что здесь копалась. Угу. И она будет усаживаться из земля. Сделаем вот так вот на всякий случай. Даша, поедем тогда домой, Рушан, поедим. А ты сейчас позвонишь потом, скажешь, тебе дали, мы приедем потом сюда. Угу. Потом, в крайнем случае, можно фонарь. Начнет подсыхать, и еще так пройдет. Фонарь повесим сюда, да, Владимир?